Всем привет, ребята! Это Алена Веном, и я чего, зря украшала елку и покупала эти тапки? Нет, вот, смотрите на красивый фон. Было время, когда я снимала свой рум-тур, было время, когда я снимала свой квартира-тур, хаус-тур, и сегодня я буду снимать рум-тур своей доченьки. Мне кажется, это новый уровень. Уже прошел год, как мы живем в этом доме, и, наверное, единственное, что мы сделали, это комнату Скайлер, поэтому покажу вам сегодня ее. Так что не буду вас сильно томить, только попрошу поставить лайк под это видео, потому что это помогает видео выходить в рекомендации. И напишите, какая комната была в детстве у вас, потому что у меня была комната, располовиненная шкафом, но она у меня была, и очень этому рада. Я надеюсь на эту тушенку сегодня на обед. Я надеюсь на вашу совесть, что вы поставили лайк, что вы поставили ла-лайк, ла-ла-лайк-лайк и написали комментарий. И пойдемте смотреть комнату Скайлер. Вообще, на самом деле, у Скайлер не комната, у нее весь дом. Мне кажется, нам нужно уже построить отдельный дом, чтобы у нас было место. Потому что вот здесь она кушает. Хотя нет, она не здесь кушает, она кушает везде. Вот здесь она построила забор. Вот это бататвол. Стена батат. Потому что ей не нравится, когда в ее территорию вторгаются чужие люди. На самом деле, это для безопасности, поэтому... Возле ее комнаты стоит охранник и охраняет ее на самом деле главную первую спальню, потому что вот эти две спальни принадлежат ей. Даже у нас с Дэрилом на двоих одна спальня. Поэтому давайте пройдем в первую. Покажите паспорт. Можешь на мне пройти? Да. Покажите паспорт. Паспорт. Они со мной. Они с вами? Хорошо. Вот это дебильная точно со мной. Можно этого усатого тоже? Хорошо. Зай, ты скоро? Уже иду. Прикинь, я не смогла сделать укладку, потому что кто-то сушил моим феном носки и сжег его нафиг. Вообще-то я уже заказал тебе коллекцию Rolex Midnight Edition VM Video. Отлично, осталось только теперь заказать машину времени, чтобы принять заказ через 2 дня. Вообще-то через 2 часа. А вот и курьер. Здесь есть технология OptiHeat с интеллектуальным распределением тепла. Да, этот вент точно высушит любой носок. Теперь к делу. Ну вот, другое дело. Ссылку на М-видео с этим прекрасным набором от Remington я оставлю в описании. А по промокоду REM21 у вас еще будет скидочка 10%. Дэрил, я готова. И вот, собственно, комната Скайлер. Мы ее делали с дизайнером по проекту и воплотили практически все так, как и задумывали, с небольшими изменениями. И нужно сказать 2 вещи. Первое, я безумно рада, что у Скайлер будет такая своя большая комната, потому что мама делала для меня все, что она могла, и спасибо ей большое, но у меня не было своей комнаты, когда я была прям совсем малышкой. А здесь прям все так классно. Ну, по крайней мере, мне нравится, я у нее пока не могу спросить, поэтому делала, как мне нравится. И второе, эта комната никогда не была, и после съемок больше не будет такой чистой. Мы ее убирали чисто для съемок. Зато честно. Но в идеале все должно выглядеть так. Откуда мы начнем? Давайте, наверное, с кровати. Кровать у нас такая в форме домика. Пока еще она здесь не спит, потому что она слишком маленькая. Она спит в другой кровати в своей комнате. Но когда немножечко подрастет, вот это будет ее кровать. Мне кажется, она максимально классная. Она сможет ее украсить так, как захочет. Здесь у нас вот такой LED-свет. Мне очень нравится. И Скайлер постоянно подходит и делает вот так, как я сейчас. One hour later. Я почему-то думала, что этого будет достаточно для ее игрушек. Но мы пытаемся сюда все впихнуть. Значит, здесь у нас конструкторы Лего. Пока ее бататные конструкторы выглядят вот так. Здесь у нас барбиес. Куколки пока она не очень любит, на самом деле она игрушки да не особо любит. Она любит играться моими ушными палочками, камнями, папиными карточками особенно любит играться. Поэтому как бы оно здесь просто и лежит. Где Звездные войны? А где Звездные войны? I'm sorry. This is the one, the Batman. Зайчик, у нас не Джексон, у нас не сын. Ты до сих пор не можешь смириться? Это не значит, что она не любит Звезды Войн, зайчик. Вот когда ты сможешь у нее спросить, тогда и купишь, окей? И тогда и перестанешь ее называть Бататом. Не надо спросить. Я уже знаю, что она любит Звезды Войн. Она джедай. Ну да, она джедай. Здесь у нас пазлы. Насколько бататными пазлы могут быть? Волки не за пазл. Здесь у нас все музыкальные игрушки, которые заколебали нас максимально. Мы их знаем все на память. Но мы будем бурить все, когда она будет 2 часа. Не лиши тебе байдужим, осьминог.
как его заткнуть. И здесь у нас книжечки, она их любит листать, но на одной страничке долго не задерживается, и все нахрен порвала. Но главное, чтобы ей нравилось. Это, в принципе, ее вещи. Is that stuff that she's scared of? That's scary. Ребята, напишите в комментариях, это единорог, осел или конык? Конык — это коняка. Неважно. Скайлер оно очень нравится, поэтому она его обычно седлает. Вот это, кстати, рисунок от моей подписчицы. Он у нас лежал на кухне, и она каждый раз, когда мы что-то едим, она на тебя смотрит именно вот этим лицом. Типа, ты что, скотина, ешь, а мне не даешь. И даже когда она уходила спать, мы оставили эту картину на кухне, и она на нас постоянно смотрела, поэтому мы ее убрали сюда. Вот это, кстати, ее любимая игрушка. И папа, блин, каждый раз... Оно так и должно было быть. Короче, Скайлер обожает эту пирамидку, но каждый раз, когда она кладет в неправильном порядке, Делла говорит «Бууу!» Потому что она неправильно делает, ну вообще... Ей 1.5 года. И что? Короче, он говорит, она у тебя всегда будет самая лучшая принцесса, а я ее буду готовить к реальности жизни. Ну, такая у него любовь. Лайки! Такая студия сидит. Аплодисменты. Здесь у нее всякие мелкие игрушечки. Вот это мой любимый Potato House. Здесь даже написано Potato House. О, это, наверное, нарисовала Саша, няня. Здесь можно рисовать мелочками, если их не кушать. Вообще будет супер, можно будет порисовать. Но Скайлер это редко удается. Здесь вот такие вот штуки, такие зверушки. Она обожает их отлепливать и прилепливать. Вот такие крутяшки, вот такие крутяшки. Короче, все для того, чтобы развивать мелкую моторику. Зеркальце, вот эти штучки. Я бы сама, на самом деле, этим игралась. Мне кажется, я это купила даже больше для себя, чем для Скайлер, хотя она это любит тоже. И здесь у нас еще игрушки внутри этого домика. Шарики она тоже обожает. Здесь у нас мелкие игрушки и большие игрушки. Видите, они здесь тусуются, как будто в джакузи. У этих зайцев, походу, любовь. А, кстати, это ее очки. На зайке тоже, кстати, написано Скайлер. Но она этими игрушками, на самом деле, не очень пока что интересуется. А пока она интересуется вот чем. А, тут все логично. Короче, здесь у нас еда, а здесь у нас все приспособления кухонные для еды. Я просто вам покажу, как это работает. Мне не то чтобы сильно интересно, но вам же надо показать. Это Скайлер? Это киви. Вот так вот кладешь. Прикольно, да? Как-то так. Аленочка, 20 дней. Не 30 еще. Имею право. Хихоньки-хахоньки закончились. Переходим к шкафу. На самом деле у нее пока еще очень маленькие шмоточки. Их очень много, но мы постоянно, у нас конвейер шмоток, потому что она очень быстро растет. И мы отдаем, и приходится покупать новые. Так что здесь пока мои. Поэтому покажу вам мои шмотки. Здесь, собственно, мои летние вещи, потому что мне их девать некуда. Здесь, кстати, много места еще для Скайлер, игрушек и так далее. И, ну да, здесь у нас пока... все остальное. Но когда у Скайлер будет достаточно вещей, они будут большие и не меняться каждый месяц, то здесь будут ее вещи. Кстати, здесь очень удобно открывается. What about here? I don't think any of you will be able to use это для тебя. Ну да, это для чего-то там. Найдем. Кстати, мы на самом деле с ребятами, которые мне сделали всю мебель здесь, включая волны на стене, включая вот эти вот шкафчики и вот этот шкаф, мы все задизайнили так, как мне хотелось. Мы, кстати, даже подобрали цвета под стены. И все-все-все. Я ребятам показала проект, мы увиделись один раз, они все замерили и приехали через месяц, мне все установили, все подошло. Потрясающе все сделали по моему заказу, поэтому если вам нужна детская мебель или любая другая мебель, все вам сделают. Я оставлю на ребят ссылочку в описании. Спасибо им большое, я прям реально кайфую от каждой детали. Так что здесь максимально все удобно. Я думаю, это будут первые ящички, которыми она будет пользоваться. Кстати, здесь видите, тоже все здесь низенько, так что начинать она сможет с вот этих вот отделов. Переходим дальше. Suicide lamp. Это лампа с Романом, это обезьяна Роман, которую я ждала очень долго, под заказ мне ее делали, потому что дизайнер нарисовала такую, и я прям такую захотела. Я запустила это в сторис, и мне подписчики начали писать, что это выглядит как виселица. И я теперь не могу это развидеть. Зай, ты должен меня поддерживать. Возможно, я как-то это закручу, чтобы не было видно, может быть, она вот так вот будет держать как-то. Короче, была потрясающая дизайнерская лампа, теперь это виселица. Спасибо, подписчики. Это ужасно! Роман, они над нами издеваются. Я на самом деле хотела, чтобы эта дверь была бирюзовая, но Дэрил забраковал, поэтому она у нас розовая, но все равно, мне кажется, классно выглядит. Как вы видите, к нам присоединилась владелица этой комнаты, и той, и моей жизни. Собственно, владелица принцесса Скайлер. Too sexy, too sexy. Отчество у нее, кстати, нет официально. В общем-то, это ее бигвамчик.
Да-да-да. Я не знаю, как Скайлер мечтала об этом или нет, но я о таком точно мечтала. Скайлер мечтает только на кровать с кровати, на кровать с кровати, на кровать с кровати. Я помню, что когда мы были детьми, то мы складывали все из подушек, из простыней, из ковров, под столом. Три подушки вот так вот поставишь, сверху накроешь, вот тебе уже и халабуда. Ну, в общем-то, у Скайлер, видите, тут даже Дэрил помещается, довольно-таки много места. И тут еще есть окошечки, и ты так говоришь ей ку-ку, и она смеется, и мы играемся. Are you comfortable? Yeah, I'm checking the color. Пока тут Дэрил делает крипту, пойдемте, я покажу вам ее одежду. Она в другой комнате. Okay. Это у нас новое лицо. Она практикует новое злое лицо. Potato, small potato, small potato, potato. Potato. Такая снисходительная улыбка была. Поскольку это ее видео, она центральная героиня, у нее сегодня такой look, outfit. Да? Угу, заценили, видели? Скайлер, пока-пока! Пока-пока-пока! Моя зайка! А теперь давай похлопаем. Это все, что она может делать по заказу. По заказу она ничего не говорит, она только хлопает и машет. И разбрасывает все по дому. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? А что ели кашку, а что пили брашку? И мамоньки. Еще она любит мне складывать в руки всякие штуки. Спасибо! И так мы можем провести несколько часов. Обновление! Только что Алена нам подарила вот такую вот кухню. Скайлер уже что-то жарит или кого-то жарит. Я надеюсь, это не картошка. Ну, или варит. Короче, мне самой интересно. Видимо, здесь вешать полотенечко. Здесь у нас, видимо, будет кофемашина. Вот такой вот чайничек на батарейках. Это твой чайничек, маленький Санта. Такой краник. Здесь вода с фильтром, если что. Вот здесь также у нас, я понимаю, место для игрушек. Здесь можно менять температуру и микроволновочка. Смотри, Скайлер, будем сюда картошку ложить? Класть. Неправильно скажет ребенка, учу неграмотного. Это холодильник. И сюда можно выкладывать продукты. Скайлер, где твои продукты? Курочку, микроволновочку, батареечки сюда. Скайлер уже воду разогревает. Сейчас будем готовить. Варим яйцо, печем хлеб. Ждем вас на ужин. Или не ждем. Итак, это вторая комната Скайлер. Сейчас она здесь спит. Это ее маленькая кроватка, пока она еще не готова к той. Здесь меняет памперсы и кушает молочко. И здесь также ее одежда. Собственно, обзор на нее я вам сейчас и сделаю. А, кстати, только что я еще услышала, что некоторые называют свою дочку колбаса. Поэтому, видимо, батат это не худший из вариантов. Да, батат, вот, да. Я свою булкой называю. Я тоже булкой с корицей. Потому что мы любим своих детей. И вот ее шкафчик, он просто не влезает в ту комнату. И я думаю, вы его уже видели, мы его покупали до рождения Скайлер. Здесь набор одежды сменился, наверное, уже 5 раз, потому что рассезана с бешеной скоростью, большой скоростью. Итак, с чего мы начнем? Значит, у нее есть вот такая вот авокадка в юбочке. Ну, собственно, отдельно. Вот такая вот юбочка дизайнерская, красивенькая, мне очень нравится. Ну, тут ее подстилка этой юбочки. Вот такая вот, для дней попроще. Это, кстати, ее любимый тип игрушек, она их постоянно обнимает и с ними любит спать. Здесь у нас спортивные костюмы. Я обожаю вот этот графитовый. И тут есть подобное. Короче, у нее худяшки. Даже у меня таких классных костюмов нет. И разноцветные спортивные костюмчики с капюшончиками и с классными штанниками. Здесь будет очень много уменьшительно-ласкательных, ребята. Мое любимое платье. Самое прикольное, что эти платья на нее были нормально и полгода назад, и сейчас, потому что это всего лишь платье. Здесь у нас также есть шубка. Вот это платье, ребята, это у нас будет новогодняя фотосессия в нем. И причем это мне подарила мой стилист Тереза. У нее будет вот это платье с бантом, а у меня будет точно из этой ткани такое зеленое, обтягивающее с разрезом. Короче, подписывайтесь на Инстаграм, увидите фотосессию, она будет супер. Дальше у нас такое черное платье, когда мы хотим пойти на мероприятие, но не хотим там сильно выделяться, допустим, там именинница маленькая или невеста, но мы хотим выглядеть празднично. Это платьишко, если вы помните, я еще покупала ей до рождения, и сейчас оно на нее как раз по размеру. Также это с прошлой фотосессии, с новогодней Golden Potato. И вот такие вот скромненькие, стильненькие, когда сильно выделываться не хочется, но красивой быть хочется. Вот этот костюм, боже мой, это же просто американский рэпер. Ни разу она его еще не надела, но мы ждем подходящего случая. Вот такие вот мишутки, очень теплые, красивые. Я бы сама, серьезно, такое носила. И вот это, наверное, мой самый любимый зимний наряд. Здесь вот такой вот мишутка. Она в нем просто такая куколка. Вот представляете, такая на ручках пушистая. Здесь побывало намного больше вещей, но это те, которые остались, и основные мы носим. Дальше. Аксессуары. Здесь у нас носочки, всякие ободочки. На голову вот это, то, что она ненавидит и постоянно снимает. Естественно.
Мюффина и резиночки, которые она любит раскидывать по всему дому. Аккуратно сложенные, спасибо, Саша, у нас штанишки. Смотрите, какие джинсики классные. Вот это мне очень нравится, это ей родители Дэрила купили. Очень такой симпатичненький вельветовый сарафанчик. Ну, здесь у нас по стандарту бодики, футболочки и все, что нужно нормальному картофанчику. Здесь у нас одеялки разные всякие сменные и штуки, которые нужны были для кормления, которые я кому-то, скорее всего, отдам. Собственно, все. Сегодня вы побывали в гостях у Скайлер. Поставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Нам будет очень приятно. А мы вам за это помашем. Пока-пока. 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 Ты моя хорошая. Пока-пока. И ты молодец. Лайк точно заслужила.